Привет, доброе утро, воскресенье утром. Прибыли в Сакраменто, столицу Калифорнии. Пожалуйста, Джордж встретил, как положено, по старой дружбе. Переночевали мы у них, и теперь двигаемся на новое место пребывания. На квартире. Джордж, где ты прячешься за это? За машину, проверяешь, все там четко, все там красиво. Да, накормили, приютили. Что значит старая дружба? Вот. Даже розу, видишь, даже забрал с собой. Вот, сейчас будем ехать на 10 утра. Сейчас 10:30 где-то едем сейчас туда на квартиру. Мы еще здесь. Получим. А ты куда ты розочку оставляешь тут? Я ее посадила. Вот, здесь мы жили тут. Здесь жили апартменты. Сейчас сын живет, Стас. А Стас живет. Сын, сейчас они будут ехать тоже за нами. Позже чуть подъедут. Помогут нам разгружать. Вот там на втором этаже мы жили в апартментах. Так что готовимся. Все на мази. Улочка. Сегодня разгрузим, я знам. Бачь, тут амиго еще тут. Эй, амиго, хай! What you doing? This very good? Hey, I'm moving from Seattle again to California. From Cape? From Seattle. Oh, I thought you were from Cape. You wait me here, no? You wait me. You see? In California and your... California? So you came back over here? Yeah. Not this apartment. Yeah, but Sacramento. After 4 years. Yeah, no good place over there? No work? No, work. He haven't worked, but now he... I'm working. Well, he found a job for work. Yeah, I don't know. Oh, yeah. Так, ну что? Все, проверили, все тут, крепление, все окей, держалось, все нормально. Все нормально, так, будем заводить и ехать. Мать! А. Но ты не это тут. Так, ну скажите хай, рай, welcome to California, скажите. Ну что, ребята? Ну, он из Калифорнии. Не понял. Я сейчас кепка будет. Добро пожаловать в Калифорнию. Это о, так. Welcome. Мы рады, да? Дякуем. Ну все, ребята, милости давай, просим. Мы отправляемся. Всех благ вам. Всем здоровья, всего хорошего. Вот, так должно. Пода, лялечка встречает и улыбается. Это сам этот корреспондент. Йорш, иди сюда. Иди сюда. Идешь в историю, как 11 лет уже дружим. С копейками? Не подвел. С копейками. Мое воспитание все-таки влияет. Влияет, научил правильно. Все окей. Если ты это выложишь, ты...